Здравствуйте, с вами Народный патруль. Самые интересные события из жизни города, увиденные глазами очевидцев прямо сейчас. А если и вы сняли в городе что-нибудь любопытное, то делитесь с нами в видео в WhatsApp 8-924-850-2662 и вступайте в группу Народный патруль. А мы начинаем. Тропинка в сказку превратилась в руины. Вот так драматично описывает ситуацию ребенок, автор видео. Кусочек природы в районе 31-го квартала, что за автозаправкой, был любимым местом приключений. Теперь же спиленные деревья вызывают у ребят грусть. Здесь мы любили с детворой играть, гулять, веселиться, кататься на великах. Но видели, что просто взяли, бездушно все срубили, ничего не осталось. Просто лежат куски деревьев. А другая компания подростков в погоне за острыми ощущениями развлекает себя сомнительным способом. Хулиганы нажали тревожную кнопку в развлекательном центре «Нагаевский» и убежали. По записи с камер видеонаблюдения их узнали родители, и в деле уже разбирается полиция. А как это было, смотрите сами. Серьезная авария произошла вечером 17 числа на улице Клубной. Столкнулись Mitsubishi Delica и Toyota RAV4. Водитель первой был в состоянии опьянения без водительских прав и страховки. ДТП произошло по его вине, а во втором автомобиле находилось два несовершеннолетних пассажира. Они получили телесные повреждения, а снимки с места событий на ваших экранах. И еще одно ДТП. На этот раз на сложном перекрестке улиц Портовая и Полярная. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Около года назад там установили памятку о том, как нужно проезжать по этой дороге и кого пропускать. Однако это мало повлияло на внимательность автолюбителей. Машины так и продолжают там биться с удивительной периодичностью. Необычный посетитель снова вернулся на территорию металлобазы. Эта уже осмелевшая лиса вовсю позирует перед камерой и наверняка стала символом данного предприятия. В городе все чаще появляются свалки. Самые крупные из них замечены на Пролетарской 120, Первомайской 20 и в районе Старой Веселой. Мэр посетил эти места и дал поручение ликвидировать мусор. А нарушители обещают определить по камерам видеонаблюдения. А если и в ваш объектив попало что-нибудь интересное, то делитесь с нами видео и становитесь участником выпуска. Ролики присылайте в нашу группу WhatsApp. Телефон 8-924-850-2662. А на сегодня все. Увидимся через неделю. Пока!